Хей, с вами снова Ярослав, и мы продолжаем прохождение игры War Tales. В предыдущей серии, в части, тут было логово бандитов, которое мы взяли из гильдии наемников, и почти всю серию мы занимались этим. Помимо нас были привлечены еще два отряда каких-то наемников, завязалась драка, и мы вышли из нее победителем, поскольку один из отрядов нас поддержал. Вот. Но мы их пощадили, судя по всему. Зачистить логово сразу было очень тяжело. Там 60 вражеских бойцов. Мне было бы просто интересно, что было бы, если бы мы это сделали и выиграли. Тогда бы той катсцены не было. Но, наверное, игра бы как-нибудь подстроилась, и мы бы точно не смогли взять это штурмом. Потом мы сгоняли в эту локацию, выполнили тот квест на продажу, вернулись. Ах, да, мы выбили янтарь, который нам необходим. Вот. И надо разобраться, где получить специи. Скорее всего, здесь, либо в какой-нибудь еще неизведанной локации. Что ж, продолжим. Немножко еще подкачаемся. Ах да, мы наняли мечника, защитника. И в перспективе, судя по его способностям, он может быть очень хорошим танком. Способность отражения, которая блокирует 70% урона, стоит того. И если мы сможем затанчить, мы точно выиграем. Но для начала надо избавиться вот от нее, чтобы потеря этого бойца не стоила нам очередной перезагрузки. Золото у нас все больше и больше, это меня радует. Так, посмотрим, продают ли эти ребятки пшеницу. Кто-то должен ее продавать. Отлично, просто великолепно. И еще как раз таки траву, которая нам нужна. И еще сырье. Просто замечательно. Спасибо, добрый торговец. И посмотрим, а этот у нас доспехи продает. Кстати, если у вас тут будут доспехи продаваться достойно нашего меченька, почему бы и нет? Ох, да. Легкая броня, движение. И броню дает замечательно. Это у нас одинаково за соточку. Ни у кого нет такой брони. Да, движение и броня. Сколько? 38. А это дает 34. Просто замечательно. Какие-нибудь средние доспехи. Но у всех у кого-нибудь есть слабые. Вот у тебя достаточно слабые. Ну, у тебя. Вот. Защитник можем для начала отдать. Вряд ли мы что-нибудь более крутое выбьем. Все, благодарю тебя. На первое время тебе этого будет более чем достаточно. Вот. Хоть покрасивее стал выглядеть. Продаем тебе этот хлам и уходим. Спасибо. А вот на границе, что-то я помню, кто-то там продавал специи, нет? Ой. Прошу прощения, поговорить. А, проход, то не пожелаем этому уж, поверьте, мой кузнец. Да, дадим тебе денег, посмотрим, что из этого будет. Поговорим. А, вот тебе мы не можем помочь. И, соответственно, с тобой, да. Далее, чуваку, а, прошу прощения, не заметил, вот. А, это вот как надо знать, да. Интересно, вот мы помогли человеку, что за это будет? О, тут еще отряд наемников. Тут, видимо, постоянные драки с бандитами, раз... Ну да, нам об этом упоминали по квестам, опять же. Так, обходим. Мы тут проездом. Хорошо, что у нас достаточно реагентов для продажи. О, для крафта. Вот, инвентарь мы сейчас продадим, все будет в порядке. Так, волки, не надо на нас нападать. Мы вам козла не желаем. И тут еще кабанщики, ух ты, тоже красным подсвечен. Ну да, тут локация явно не для нас. Видимо, предполагается, что мы потом сюда пойдем. Вначале вот здесь вот будем. Поэтому просто чисто для торговли буду все это использовать. И привал нам же необходим, но для начала зайдем в город. Отдохнем, наверное, там. Денег у нас достаточно. Так, разберемся. Что у нас, почему все это было затеяно? Так, с кем мы должны поговорить-то?
Доставить сообщение, место встречи. Хорошо, поговорим со всеми. Вот так, значит, что вы справились со своим заданием. Поздравляю. И все. А ты у нас... А, изучить ты у нас... Да, посмотрим, кстати, может тут есть какой-нибудь танк. Изучить гражданский. Ну-ка, что-нибудь вот в нашу локацию есть, что-нибудь доставить там, нет? Нет, кстати, драка с отрядом. Ну ладно, не будем пока брать серьезно контракта, не хочу. Так, у нас гражданский, поговорить. Кому-то мы тут сообщение должны доставить, информатор. Сообщить. Отлично. Так, кто-то у нас воин, кстати, тоже хорошо. Обещаю удар и ярость. С тобой мы подумаем еще. А ты у нас... Ты у нас дикарь. Что у нас дикари могут? Средние доспехи нет. А воин стал быть тяжелые доспехи тоже. Тоже средние нет, 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 нам нужен танк. Воин, обойдемся. Так, тут мы все выяснили. Теперь зайдем в аптеку и покрафтим. Было бы из чего крафтить, да. Тогда купим баночки, ладно. Так, а кстати, ну-ка поговорим. Владение более чем щедро заплачу за его. Почему не заплатить? Уже две недели как истек. А, это еще предложение квеста. Так, вот, да, кстати, вот это вот то, что мы нашли. Спросим у тебя использовать. Да, давай спросим. Странный клуб, хм, нет, боюсь, впервые такое вижу. Мой дядя наверняка знает, что это такое. Всего лишь подмастерье. Уверен, что нашли его в Трузе. Если соберете еще, скуплю вопрос, кто знает, что из них смогу сделать. Окей. А мы сейчас купим баночки. Лекарство, подмастерье, непонятно что это. Тут тоже вот эти вот нужны нам мозги. Ладно, значит, мы их еще где-то будем выбивать. А пока изготовим зелье. 5 штучек. Отлично. Так, все, тут мы закончили. Теперь посмотрим. Тут специи как раз таки продаются и серебро. Отлично. Так, поговорим. Тут у нас соль, баранина, курица и... А, соль, да. Кажется, в одинаковой пропорции делается из соли и пшеницы, поэтому запасемся этим. Поговорим с тобой. У тебя этого нет. В общем, тут много штук, из которых можно делать еду. Великого ученого предположительно помогает вашим спутникам восстанавливать утраченный волос в течение одного привала. Окей. Поговорим. Так, что я там хотел? Специи, да. А, вот мы даем тебе янтарь, как я и хотел. Замечательно. И вы принесли все достаточно быстро. Да, пожалуй, могу торговать, но вам придется разобраться с приспешным построением, которое сейчас уволю. Хорошо, и у тебя мы возьмем специи. Вот. Так, кстати... А ладно, пока ничего не будем покупать. Так, что там он хотел, чтобы мы с кем-то разобрались? Разобраться с людьми... А, хорошо, а где они? А, вот они, кстати, наверное. А я надеюсь. Разобраться с людьми, угрожающими торговке. Ага, но только для начала мы немножко поспим. И, наверное, пока... О, ну-ка, поговорим. Так, это мы получили награду, хорошо. Все, получили титул выскочки-быстрочки, не заметил. Так, да, нам нужно отдохнуть. Мы очень устали. Отлично, отдохнули. Благодарю. Смотрите, бойцы подсвечены красным. Опять же, наверное, это не совсем нам по рангу. Давайте-ка я перезапишу. Может, их удастся убедить как-нибудь. Это точно они. Наемники. Может, мы поговорим? О, нас
посылал сразиться с людьми Альберда, вместо них протестуют наемники. Ха, они в первый раз. Ну, короче, не волнуйтесь, блин. Сколько вас? Наемный убийца, разоритель, член команды. Ну вот просто взгляну. Может быть получится, но когда бойцы подсвечены красным, это прям жестко сейчас. Там у каждого по 60 хп будет, да? Ну да, они, ну блин, ну в принципе у вас 9. Нет, это точно еще не для меня. Понятно, в общем, мы еще не готовы. Но раз мы видим таких бойцов, вероятно, можем раскачаться опять же до такого уровня. Что ж, пока двигаемся. Надо поскорее отсюда свалить. Так, тут у нас все, с этим разберемся потом. Принесем наш товар, который мы взяли. Взяли мы спецы, может там что-то полегче будет. Квест, видимо, просто такой длинный и рассчитан вот на более раскачанных бойцов, коими мы пока еще не являемся. В принципе, я бы уже проверил свои силы с теми стражниками, пора бы уже тебя отпустить и заняться другими делами. А так меня радует, это еще вот даже тут еще, наверное, много всего исследовать, а в общем игра обещает быть крутой. Тут нам просто прям очень долго будет прохождение. За что я люблю пошаговые стратегии, на самом деле, так раскачивать персонажей, к игре так привыкаешь, и не хочется ее потом покидать. Кстати, вот я хотел проверить, обновится ли в пещере что-то. Руда, например. Но запертый золотой ключ, которого у меня нет. А, интересно. Но руда не обновляется. По крайней мере здесь. Попробуем потом в другую пещеру зайти по пути. Кстати, ребятки, что продаете? Снежный рис, опять же, то, что нам нужно. 5 монет, а это вообще ни о чем. Готов такой заплатить. Кстати, по поводу броника. Что-нибудь прям очень крутое. Укрепленная броня обороны. Опять же, для мечника подойдет. Надо средняя броня. А я предполагаю, кому ее дать. Поэтому мы тебе ее выкупаем. Вот. Насколько она... Да, она всякая круче. Броня 31. Да, безусловно, оборона. И даже мечник, но мы в нее уже вложились. Средняя броня. Кто из вас еще может носить среднюю броню? Собственно, никто. Охотники не носит среднюю броню. Разрушители подал нам. Стало быть, тебе. Оборона. Ну да, конечно. Вот. Все. И тебе сразу же продаем ее. Среднюю броню. Защитники точно ведь носят тяжелую броню, да. Все. Лишний груз. Все же покруче будет оборона броня, да. Продать. И хотелось бы найти какую-нибудь более нормальную дубину для нашего капитана, потому что то, что у него в руках, это обычно уже палка для него. А пока двигаемся. И будем продавать наши специи. Так, а потом специи ведь, наверное, туда, но нет, сюда доставить, отлично. История посредника. Так, мы прибыли. Так, кому-то из вас вроде бы тебе специи принести, да, чувак? Возьми специи, да. Какой прекрасный запах, уже вижу, как клиенты бегут к моей лавке, чтобы выяснить, что же так пахнет. Купить любой ценой, мои коллеги будут завидовать. Я согласен вести дела с вашим куцом, но предыдущий поставщик ранее доволен с вашим средним визитом, получил немало угроз. И тут, но надеюсь, они будут послабее. Хорошо, мы тебе дали, что ты хотел. Но тут они должны быть, по идее, слабее.
Но если сильнее, не будем опять же ввязываться в драку раньше времени. Так, сырье мы у тебя закупаем, конечно же. И уходим. Закупили. Это то, что мы крафтили. Окей. И теперь нам нужно, конечно, хавчика закупить. Хотя у нас есть все, что нужно для крафта. Там много получится хлеба из него. Поэтому не стоит. Так, посмотрим на квест. Мы тебя потом защитим. Потом надо уже разбираться со стражей, либо найти на элитку. Но на элитку я не готов еще идти. Так. Ну-ка. О, это все. Вообще ни о чем. Раз хватает таким цветом подсвечены парни. Сереньким. Продолжить. А, не вышло. Сейчас вот так обходим. И идем к тебе. Кто? Кто вам сказал, что мы тут? Купец, у которого духа не хватает выйти против нас самому, предатель. Купец против какого-никакого отряда. Как-то ты не человек чести, чувак. Именно предатель. Вот кто он. Его семья долгие годы продавала нам керамику и ткани. И тут он внезапно решил, что будет торговать с Газенбергом. Ему плевать, что будет дальше. Нам тоже к черту. Короче, ты нам не преподашь урок. Это мы тебе преподадим. Но опять же, да, у них были долгая сделка там, ну, в данной ситуации мы просто наемники. Вообще, конечно, не очень хорошо. Можно было бы как-то договориться. В таких вопросах всегда можно договориться, как-то пойти на уступки и найти выгоду для обоих. Но, видимо, что-то не пошло. Но это не наша с вами забота. В данном случае мы просто наемники. Так. Начнем же сражение. Получай. И также получай. Кто так? Кто дальше будет ходить? Так, повяжем-ка тебя в бою. Области действия. Ух ты, вот оно как. А это у нас дает боевое отражение, если он сражается. Ага, отличная штука. Вот ее мы используем против улитки. И вот это неплохая штука, когда мы будем его душить в области. Давай. Слабенько, но ничего. Мы сделаем из тебя славного воителя. Сейчас просто повяжем максимально всех в бою, а вот тобой мы потом юзанем эту способность. Так, кто у нас дальше будет ходить? Так, тут повязано в бою, ты у нас чувачок, а кем нам бы тебя повязать? Да никем. Хорошо, просто повяжем всех в бою, а потом уже юзанем тот навык. Получи-ка. Сейчас попробуем сделать все по красоте. Конец хода. Так, кто дальше? Потом будешь ходить ты, а тебя нам этим бойцом не повязать, он отталкивает, и тебя, соответственно, тоже. В принципе, да, ты у нас крутишься, ладно, подойдем, накинемся, заюзаем овации. И долбанем по тебе. Хорошо, и подойдем к тебе в упор, чтобы ты уже никуда не убежал. Хорошо, сразу ответ на удар. Ну, на капитана бросайся, сколько тебе души угодно. Кем бы нам еще в бой войти, получится ли? Ну, он просто вот опять же толкает. Он не ввязывается в бой, просто толкает. Так, да, тут мы уже можем войти в бой хорошо. Чтобы ответный удар работал на всех бойцов. Хотя мы его уже задействовали, поэтому бесполезно. А на тебя-то сработает? Нет.
Но тут разрубал не используем. Так, нашим лучникам. Стреляем, чтобы было легче нанести потом урон. Заканчиваем. И что? Хорошо, встал. Тут должен ответный удар вроде бы сработать. А, нет, тут нет. Этим нет. Ну-ка, получится ли? Получится. Получаем. И врубаем. Две тычки в спину и врубаем тебе. Можем еще позволить себе бег. А, нет. Ну давайте проверим. Должно же. Да, отлично. И тебя рубаем. Готов. Дабл килл. Не докинет, уверен. Стреляем, давай на капкан. Нет, а если так? О, хорошо, подготовили для тебя бойца, девушка. Рубай его. Отлично. Такс. Тут мы тебе только так вырубим, наверное. Хотя как повезет, кстати. А, нет, вырубаем. Получай, дубинка. Наша палка выручайка. Можем даже подбежать, взять еще копье, в кого-нибудь бросить. Да, конечно, по тебе больше урона. Отлично, хорошечно. А тут бы хотелось разрубание задействовать, но так не получится. Мечником не хочу. А, ну, выбор невелик. Давай тогда вначале лучником. Лучником мы еще успеем походить. Вы-то не добежите. Вообще не добежите, да? А бежать-то придется. Давай тобой. Дорогие, все равно походит, он несут по нам немного урона. Ну, незначительно. Благодарю. Ну давай разрубание еще тянуть. Так, это было не критично. Давай, мечник, все равно ты его не убьешь. Пока еще слабоват. Силенок не хватит. Вот ты успеваешь подкрасться, еще кинжалик кинешь вдобавок. Давай, вырубай его и кинжалик в кого-нибудь. Хорош. Девушка, помогите нам. Разберитесь с нашим обидчиком. Хорошечно. Подтолкнем тебя немного. И закончим. Тут просто побежим. Лучником также подбежим. Прицеливание, кстати, может быть поможет, но овощи. А, нет, не сомневался, зря сомневался. Готов. Какой вы залупили нашу Викторию. Кстати, некоторые имена на русском языке, некоторые нет. Что смогли, как говорится, то наши разработчики перевели. Ну, даже такая локализация, это уже хоть что-то. Даже если чуть-чуть кривой перевод, это можно простить. Так, импробуем тебя. Ну чё, будешь бежать? Но нет, я тебя не отпущу, чувачок. Подойду к тебе поближе. Так, кем-то надо тебя вырубить. Лучник сможет? Нет. Да вот ты должен, по идее, рубануть его. Кинжалом докинешь, если что. Даже кинжал не потребовался. Все, разобрались с обидчиками, нет? А,
Прошу прощения, поторопился. Мы с тобой покончим, подготовим тебя, так сказать. Что, зарубишь его, стычка? Нет? Ну и ладно. Заканчиваем. Готов. Славненько, но, конечно, починку ушло. Что-то там интересное выпало. Нет, не интересно. Но вот разве что это средняя, нет, средняя броня. Конечно, все это возьмем, продадим. Так. Все, мы выполнили. Сейчас поговорим с тобой. Все сделано, чувак. Купцу, что я в деле, отлично. А вот это у нас интересно, болотная петрушка. А, болотная петрушка, болотная, сколько вы, ну, вообще ни о чем. Ну, это ли, вроде бы, да, вот мы крафтим снежного риса из этого, а болотная петрушка нам еще пока не нужна. Все. Еще передадим славную весть, да? Надо выполнить сначала вот это, наверное, квест, а потом уже история посредника, сейчас. Наверное, в таверну. Не помню, кто тут у нас история посредника. Уж и позабывал, слишком много персонажей. Ну ладно, мы помним то, и так или иначе узнаем, куда нам идти. История посредника, да, вот тут вот. Компаньонов. Не подсвечивается, значит, пока еще не надо. Так, что мы с тобой можем изучить? Безрассудство, безумие. Бойцов меньше значений параметрами здоровья. Первый навык применяем в каждом бою, наносит больше урона. Неплохо, в конце боец теряет свое максимальное значение параметра, если ему... Не, давай-ка вот это прям, может, тычка будет хорошим. Возьмем те движения, это у нас медленный. И все. Все в этом духе. На крафте деле нам не нужно, но продать всякий хлам нужно. Так, кстати, ничего, конечно же, не появилось. Забираем, забираем, хрен с ним. Собственно, все, под мастерем у нас еще нет ни у кого. Песчаник зря таскаем, наверное. Ладно, пусть будет. Много, опять же, появилось ткани, железные руды. Нам кожи не хватает, но пособираем ее с людей, когда поймем, как это делается. Хотя, казалось бы, процесс достаточно простой, а только все это очень мерзко. Так, ну что ж, сейчас надо подумать. Так, да, вначале передохнем, все-таки тут как положено, восстановимся. Да. Золото потихоньку уходит. Так, все, мы все отдохнули, воровать пока не будем. Вот все. Ну что ж, вот тут выбор уже интересно, все-таки рискнем с ними сразиться. Но надо заканчивать это, попытаться. Давайте сохранимся и все же попытаемся. Хотелось бы уже разобраться с этим квестом. Как говорится, наши хвостики. Ну давайте, парни. Лейтенант Пэра, вы разве не помните меня? Ты... та женщина, которую я арестовал несколько дней назад, вы напали на торговый караван. Что ж, твоя память не так плоха, как я думал. Говоря по правде, я оскорблена. О чем ты вообще, я не понимаю. А надо бы, ведь это ты во всем виноват. Из-за тебя, мне и моим новым друзьям пришлось перебить несколько дюжин стражников. Так это ты стоишь за всем этим? Да, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы никто в этом оком покинутой провинции больше никогда не забыл мое имя. Сабтелла. Сабтелла. Так ты теперь вспомнил? Да, я дочь барона. Мне не нравится, когда меня швыряют в тюрьму, и уж тем более мне отвратительно, когда меня принимают за простую разбойницу. Ты и твои люди должны умереть, чтобы те, кто будет охотиться на меня, следующим, не совершил ту же самую ошибку. Вот, четвертый уровень бойцы, кстати, да, по сравнению, мы не, конечно, прокачались, мы сможем, я думаю. Главное не подставить тебя, воительница-то наша, и распорядить бойцов так, чтобы они сами к нам подходили.
Вот так не получится. Места мало. Кстати, замечу, что каждый раз карта немного обновляется. Тебе куда подальше. Ладно, мечника сюда. Тебя туда. Так, вот, капитана сюда. Вот как-нибудь потанкуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще кто-то там в тумане войны прячется. Ну, как обычно. Так, вот так вот лучше. На самом деле, так, у кого из вас больше брони у тебя? Пусть капитан навалится туда, и потом плавненько переместимся. Или же все-таки... Нет, нет, я думаю, мы справимся. Надо было посмотреть, кто ходит. Так, а, ну... Тут ладно, не страшно, не страшно. Будем вырубать как можно скорее вас, чтобы не мешали. Получаю. Бросили дочь барона в тюрьму просто так. Ну, за дело, конечно, но все равно. Связи в этом мире тоже многое решают. Так, подойдем. Получится? Нет, он к нам развернулся. Траванял тебя сразу. Кинжальчик. Так, дальше. Лучника оставим на изготовке, наверное. Тобой, да, я бы подошел. Кто у нас дальше вообще ходит? Ага. Ну, тут пока не важно. Кого-то из вас надо все равно ликвидировать. Надеюсь, что будет крит. Хорошо. И вот сюда. Ты должен был бы погибнуть. Какой там яд? Нет, не погибнет. А кого давайте стягивайтесь сюда. Буду танчить сколько смогу, а потом отступать теми, кто ранен. Вот все равно вот наносит вот туда. Но помирает. Хорошо, яд все-таки подействовал, сделал свое дело. Так, кто у нас еще не ходил? Ты у нас не ходил, но вот ярость, боевой клич. Ну, походим просто, чтобы потанчить. Брони у тебя много. Поближе. Так, кто у нас тут из вас не ходил, парня? Отсюда, наверное, не добросит, но все равно мало урона будет. Так, вот капитан. Да, надо тебя не добежать. Этот нас молотом будет размахивать и мешать, что ж. Накинемся на тебя. Из-под тишка сработает? Сработает. Получи, получи, так получи. И вдобавок и ядик немного. Во. Вай, ты все равно под войне не попадешь. Но это было больно. Ну что ж, лейтенант Пера. Пришло время платить за свои злодеяния. И убежал куда-то там в туман войны. Такс. Посмотрим, куда он... А, там капканчик. Тогда повяжем тебя в бою, пожалуй. Ага, вот у нас еще пехотинец. В принципе, не зря. О, первый удар, как я и говорил. Брал по навыкам, носит такую урон. Это хорошо. Накидывайтесь на него, давайте. Он-то у нас все выдержит. Ваш там этот лучник-то убежал, наш лейтенант Перро. Так, 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 кто-то еще не ходил. Вот ты у нас не ходил, чувак. Ну, давайте поближе переместим. Ага, ох, ты ж, это я зря. Ладно, стреляем, конечно, по тебе. Что нам остается? По-моему, тебе часть брони и немного отойдем. Ну, он, конечно, побежит к нам. И со всей силы нанесет этот удар. Накидывай кровотечение. Что ж, девушка, давайте, вырубайте кого-нибудь. А, ну ладно. Я ожидал большего. Даем рассечение. И в принципе, ну, посмотрим, как это работает защита, ну, пусть будет. А, на 30% неплохо, неплохой навык все-таки. Тобой мы так займемся.
Ага, вот еще фалангист прибежал на помощь к своим жалким бойцам. Слабенькая, тычка слабенькая. Так, начнем, как обычно, с нашего каптана. Наш каптан, каптан, каптан. Наш каптан здесь. Маловато будет. Тогда, наверное, с каптана кого-нибудь надо убить. А я вижу подходящую для этого цель. А не получится, так и не получится. Но, ладно, травим тогда просто. Так, лучник у нас повязан в бою, а вот ты у нас свободен вполне. Давай-ка тобой так. И нанесем этот разящий быстрого. Давайте, ходите. Чё ж тянуть-то? Под ядом сам находился. Ты свой секирой. Давай, защита хорошо сработала. Режем тебя, накинем еще ядику. Мечник, убьешь его? Нет, не убьешь. Крутилочку, крутилочку. Так, вот тут вот. Попробуй-ка из-за спины. Ну тут ты сам с ним справишься, поэтому не буду помогать. А вот тут вполне можно со спины нанести немного яду, кинуть клинок и даже переместиться вперед. Тут вы уже сами справитесь. Давай, зарубил кого-нибудь. Хорошо, освободил нашего лучника языков. Хороша лутовка. Ну что, лейтенант Пэра, посоревнуемся? У кого выстрел покруче? Да, с новым комплектом доспехов мы оказались очень грозной силой. Так, каптан, тобой все равно придется действовать. Можно заюзать способность, чтобы уж расквасить окончательно. Черт, ты наш жрубан. Коптяк. Так, подходим к тебе. Тут капкан рядом, ты у нас уже никуда не убежишь. Давай, Липуа, красавчик. Ну, а тут разве что вот так, просто обычный разрубающий удар можно использовать. Уничтожение. Слабенькое для уничтожения, слабенькое. Попробуем вот так вот встать, может, чтобы он к нам потом подошел, мы снова катанемся. Мечником ударяем. Тут бойцы терпят. Все бойцы терпят. Благодарю. Тебя мы кольнем немного. И к тебе мы подбежим. Ты мой противник. Что ж. Ну, еще деньги предстоит выплатить. Ну ладно. Давай-ка мы грохнем тебя, каптан. И мораль твоих бойцов сразу же упадет. Вот и все. Дубиной по башке. Может, нам повезет, а она станет часть нашего отряда. Я бы хотел видеть такого бойца. Кинем насмешку, чтобы ты сражался со мной. И заканчиваем ход. Заканчиваем ход. Вот. Так, тобой не хочу пока ходить. Хочу своим бойцам походить. Вот этим. Такс. Прицеливание, добьем его. Кто у нас сейчас будет ходить? Секундочку. Ага. А потом ты в любом случае будешь. А от яда ты у нас не погибнешь. Нанесешь урон. Тогда прицеливание. И прямая наводочка. Готов. Славненько. Тут ничего страшного. Так, кем мы еще можем сходить? Тобой крутилку использовать. Лучником мы сходили, вот этим лучником, ну, бойцом добежать вполне себе можно. Траванял тебя, все как обычно, и клинок в тебя кинем. Тобой походим, накинем ядику.
Честно, они оказались не такой грозной силой, как я думал. Иногда побаиваюсь, иногда не побаиваюсь и получаю за это. Так, конечно же, мы возьмем копье. И шибанем. Вот тут не важно. 10, 10. Да, одинаково. Ну и пропустим. Вот. Завершено. 2 урона. Если еще нашего капитана заюзать защиту, так подавно. Тот боец лет не будет нам много вообще дамага наносить. Ну, я так надеюсь, во всяком случае. Короче. Так, лучникам. Освободим место для нашей госпожи, как говорится, чтобы она закончила начато. На эти мы тоже тронем. Еще одна смерть вражеская. Будем по бафам. Давай. Да. Ну ладно, без комментариев. Не хочет, видимо, пачкать руки, что-то подбежать и шибануть тысячкой. Казалось бы, делов-то, но нет же. Не хочу марать ручки свои. Вырубаем. Заканчиваем ход, топ-бой, мы тебя вырубаем. Ничего, вы же все из боя не выйдете, а вот ты можешь выйти в фалангест. Надо уберечь нашего бойца. Угу. Давай-ка сюда. Разрубание. Получай. Отлично, отечка в спину. Давай-ка легко тебя пристрелим. Получай, готов. Мечник почти на исходе. Зарубаем. Завершаем ход. Хорош. Ну, с тобой поскорее бы разобраться. Слабенькие тычки у тебя. Очень слабенькие. Но теперь ты уже сильный за счет бафа. Это понятное дело. Так, давай-ка мы тебя пристрелим, чтоб ты нам не мешал уже. Ну, это да, больно. Нет, ушки, нет, 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 еще раз нет. Кто у нас тут еще может сходить? Так, с тобой все. Хорошечно. И ярости тебя добиваю. Готов. О. Давай. Еще не будешь снова пачкать свои ручки драгоценно. Пойдем. Ну давай, выруби его уже. Так, с кем мы там можем подлечить? Не можем подлечить. Но он не должен погибнуть, у нас уже что-то было. Капитан, давай. Там последний удар останется и все. После пропускаем ход. Снова будешь стоять на месте, он умрет будет. Ну, еще один боец блокаут. Ну ладно, да это не важно. Главное, что мы сделали все это без потерь. Славно. Великолепно. Ну что? Интересные доспехи. Кажется, такие я уже видел. А вот щит, надо будет сейчас все посмотреть. Все это мы возьмем, хиляем, чиниться, починимся. Ну что? Я очень устал после всех этих сражений, рад, что все закончилось, мне уже поднадоело. Отведите меня к этому мужику, погоню, получите награду после всего, что вы для меня сделали, надеюсь, она будет того стоить. Хорошо, мы тебя сопроводим туда. Человек,
который выполняет свои контракты, поэтому все будет хорошо. Так, этот щит мы поменяли, это был послабее. Больше у нас вроде бы никто же не носит щитов, нет, конечно. А по доспехам средняя броня. У тебя средняя 16, нет. У тебя тяжелая, нет. У тебя легкая. Но оборона 30, нет, нет, нет. Разве что тебе оборона, броня, движение, оборона, броня, движение. Ну да, давай. Просто потому что эта броня получше будет. И что ж, мы, ребятки, зайдем в город. Отдаем эту женщину, или она идет с нами, разбираемся с элиткой. Давай, кузнец, почини нам все. Хорош. Закупимся, чем можем. Продаем тебе этот хлам, продаем. Тоже забираем. Ну, отлично, можем уходить. Травушка, муравушка, вроде бы что-то мы там можем изготовить. Да, да. Варганем, отлично. Изучать рецепты варить надо, бьем уровня ремесленник. Замечательно. Ну и тут ничего не открылось. А по рецепту... Это, а, у нас для повара. Но повара мы с вами, ох, как качнем скоро. Так, трактир. Нам надо самим отдохнуть, ничего, рискнем украсть у тебя это. Нам хавчик сейчас, ох, как нужно. Все, уходим, уходим, мы все сделали. А, не, ну зачем? Ну нет, я ничего плохого не сделал. Страж, не надо меня разыскивать. Казалось бы, чуть-чуть, по чуть-чуть ворую, она вот потихоньку лишь качается. Но не так эффективно, как мне хотелось. Так, стража, надеюсь, вы не на меня так бежите. Если что, я все верну. Нет, не на меня, хорошо. Такой кружочек делаем. Посмотрим, может, доспехи не крутые, рано или поздно буду прям очень крутые, нет? Да, кажется, пора менять доспехи. Нет, у тебя нет. Мечнику. Движение, броня... Так, движение 2, броня 34, да, безусловно. Или даже нашему капитану, может быть. Да, доспехи у тебя поломанные, чувак. Но не поломанные, а слабее. Да, все, теперь ты более круто к этому. Движение, броня, да, старую броню капитана возьмешь. А легкая броня, движение, броня, вот... Тебя на среднее, ладно. Но тут критический удар нужен. Разве что какому-нибудь грабителю, но наши грабители все в порядке с ней. Да, нет, нет, движение броня, просто это очень важно. Критически, ну нет, не могу. Вот. Разбойником не могу просто. Хотелось бы дать, но критически. Ну, 1%, конечно, фигня. Давайте по уровню посмотрим, тогда просто заменим его. Там был третий, самый низкий у тебя. Броня, движение, критический удар. Броня, движение. Угу. Ну, поскольку ты у нас лучник, оставим тебя. Ну, вот тебе дадим ее, конечно, получше. Окей. Вот чисто броня. И все же движение про очень важно. Ну, походи мне, Иван. О, и меч. Меч, перехват. Отлично. Давай мечок сюда свой. Отлично. А, теперь уже хороший рыцарь. Продаем. Так или иначе, если что, мы еще все это выбьем. И двигаемся. Двигаемся.
И вот мы достигаем границы. И отдаем тебя. И надо будет делать привал. Жалование само себе не отдаст. Давайте посмотрим, что будет. Поговорим. Наконец-то я уже начал было задумываться, где вы так задержались, пока не узнал, что повсюду режут патрули на Диас. Сапталла повеселилась. Вот ваша награда. Как и было обещано, барон свяжется с вами, прощайте. Да. Кажется, я вас не поблагодарила. Давно пора, я после этого разделим своими путями. Я с теплом буду вспоминать те деньки, когда мы оба сражались вместе. О, вот это уже что-то. Ну, на самом деле, мало. Серьезно. Выучить мы выучим, да. Ну, если барон со мной свяжется, сам барон, это будет того стоить. Че, ребятки, давайте сделаем тут привальчик. Покачаем. Вот, немного покачаем. Точнее, даже не немного, сразу 18 хлеба. Делаем. Отлично. Все, уровни подмастерья сразу же. Классно. Вот это я люблю. И, конечно, мы используем, мы заплатим все, что должны. Скушаем все вот это вот. Капканчик мы поставим. Наш последний. Больше такие капканы не собираюсь покупать. И отдохнем. Что ж, теперь, да, когда мы получили все это, мы пойдем дальше. Теперь я хочу пробовать уничтожить нашу элиточку. Сохранимся, попробуем, если все снова будет не густо. Покачаемся еще. Посмотрим, насколько сильнее он стал. Я думаю, показатели под сотку будут. Но за счет мечника и нашего капитана, я думаю, выдержим. Очков у нас достаточно, доблести для бафа. Хочу, хочу, не могу, как хочу. Давайте, давайте, тащитесь быстрее. Даже интересно, какая с него там награда выпадет, что-то именно с него. Какие-нибудь его доспехи там. А хлеб это вообще так же прибыльно крафтить. Есть еда, которая дает бафа. С ней это, конечно, нам тоже стоит разобраться, перечитать. Но со временем мы все это откроем, будет видно. Реально, мне эта игрушка нравится настолько, что я готов в нее часами играть. Разумеется, когда все будет уже доступно и открыто, будет не очень интересно. Так, разве что на более сложном уровне припройти. Чисто уже для себя. Так, мы сохранились. Ну что, давай. Давай, чувак. Сила, я убью всех. Ну давай, 5 уровня. Элиточка ты моя, элиточка. Просто проверим. Да, я помню. О-ху-ху-ху. Да. Ты все сильнее и сильнее. Давай, мечник с капитаном навалится на него, лучники будут помогать стрелять. Остальными бойцами я бы даже просто не встревал в бой. Просто машина для убийства. Ах, каптан, каптан, я надеюсь на тебя. Я бы даже, наверное, мечником начал. Ну, капитан все же повыносливее будет, но давайте. Страшно, конечно, страшно. Ослабим тебя. Как бы, вроде бы, да, полосочка снижается, все дела, но он дьявольски силен. Приговор. Да, я понимаю. Встанем так, но он вроде бы круговую атаку делает, да? Да. Ну, так, прихват. Стоит атакуют по прямой, но совсем бойцам мало. Давай. Во-первых, накинем. Ну, да, придется вот так вот кидать. Лучше усилим капитана. Вот. Перехват отступает и атакует по прямой. Как это будет работать? Наверное, так? Нет. Не так, как я хотел. Так, нашим лучникам встанем. Я думал, он не побежит так на нас. А, нет. И стрелять, да, не сможем. Тогда немного сменим дистанцию. И вот так-то ты должен. Тоже нет, ладно. Давай. О,
прицеливания сразу же. И будет тысяча. Да уж. Еле-еле выдержали. Тут, видимо, надо на него просто всеми бойцами наваливаться. Он к любому может подойти и шандрахнуть. Просто закидывать его дамагом, не знаю. Я тоже так могу такую же крутилку дать. На, получай. Вот, он сам вправе выбирать, куда ему идти, как ему идти. Мы попробуем из-за спины. Яд мы накинули, да. И немножко так. Фу. Так, так не получится. Ну, хотя бы клинок-то бросишь. Нет, вроде бы получится. Нет, ладно, кидай хоть клинок свой. О, сразу в нокаут моего бойца. Вот как он будет их добивать или нет? Переместимся поближе. Вроде кинули на него ослабление, а ему это ослабление вообще ни о чем. Добьешь его, да? А, нет, славненько, значит как-нибудь так получится. Сейчас попробуем. Наш капитан еще может, но тут прям по всем бойцам попадет. Надо как-то очень аккуратно держать дистанцию. Пробуем со спины. Только по одному попадет, а откинет его. Получи еще, я трусу ел. Бей, откидывай его в минус один сразу же. Так, ты уже не жилец, отходим. Может, кстати, и получится. Под ядом, под бафами есть кем еще потанчить. Сейчас он кого-нибудь еще из строя выведет, да? Сразу по двоем. Надо как-то вот... Это где-то... Это не 9... Это где-то... 100... 160 где-то градусов. Если правильно прикинул. То есть не полностью 180, вот так вот с линию получается. Чуть-чуть поменьше. Ну ладно, будем, надо его точковать. Чем больше времени мы даем, тем сильнее он яд стакается. Хорошо. Ну давай, ликвидируй его. 2х сразу. Также прицеливание. Лучниками просто отстреливаемся как можем. Так, тобой придется подбежать уже. Быть наготове сменять. И капитана сейчас можем. Так. Встанем вот на прямую траекторию удара и стреляем. Ох, это будет больно. Да, сразу вывел бойца. Приговор на следующего. Ну, хотя бы хорошо, что он лучников не трогает пока что. Капитана мы еще можем потанчить. Я твой противник. Но на нем не будет помечено значка атаки. Нет, воодушевление тут не кинешь сейчас. Так, отходим с тобой как можно дальше. Ну, мы его не заточкуем, скорее всего. Разве что как-то предугадывать. Так, ну тут мы отойдем, хорошо. Как-нибудь вот так вот. Да. И тогда его удар пройдет мимо. Так, переместимся к тебе так. И точкуем тебя. Получай. Приговор на моего. Ну, ну давай, накидывайся на капитана. Накидывайся. Пока будем стрелять по тебе всем, чем можем. Почти, почти, почти. Но он все-таки выиграет нас, наверное. Если капитан выдержит еще один удар, тогда у нас появится возможность. Нет, нокаут. Сразу же еще один танк остался. Есть вероятность, что он выдержит, но не уверен. Главное, чтобы он бежал на кого-то из этих. Если он пытается кого-то добить, все закончится очень печально. Ну хорошо. Так, мой лучник. А, мой лучник не может сходить, его тоже в нокаут. Ну ладно, отходим. Так, кто еще может сходить? Ты не можешь, ты с вилами, чувак, не можешь. Нет. Просто отходим.
Если он будет как-то бегать за нашим бойцом, будучи ослаблен, может что-нибудь и сможем. Но он сразу не короткий, да, логично. Теперь так. Пусть отходим, как побитые собаки. Но этот не получится, не получится. Ну ладно, все равно отходим. Как-нибудь просто бегать. Даже если он выдержит еще тычку, он потом на лучника побежит, но... Посмотрим. Прицеливание, да. Ну не так-то и много урона стало. Следующая фаза боя. Хорошо, мы отойдем тебе за спину. Вот, на всякий случай вот так вот. И тычканем тебя. Ну это едва ли 9 урона, ага. Давай снова приговор, снова прицеливание. А, он еще не делал прицеливание, хорошо. Так. Ну давай, долбасил. Ну, критулю, хорошо. Я вот уже отошел, потом попытается ведь ко мне подбежать. Так, каптон. Каптон. Вот если ты мог кинуть, в чем я сомневаюсь. Было бы круто. Выдержи еще один удар, а лучше два, не знаю как. Я лучником потом буду бегать, ждать, надеяться, да яд. Он же не должен потом добежать. Не убивай его, не? Блин, это очень много. Попробуем тогда бегать лучником и отстреливаться. Как-нибудь вот сюда сейчас встать и в него стрелу пустить. Не знаю, мне кажется, он будет за нашими другими бойцами бегать. Просто отходим, куда глаза глядят. Но он подбежит, он все равно сейчас замахнется, а лучником ничего не сделал. Он ваншотает лучника на меня. Бесполезно. Все при смерти находятся. Как, ну почти получилось, нужно что-то более действенное, ладно. Ну, хорошее из этой серии в том, что мы отпустили нашу спутницу. Немного еще мечника подкачать, хорошо накинуть бафы с этими очками, и я думаю, получится. Так, а сейчас хорошо бы разобраться тут. Зайдем в гильдию наемников и посмотрим, что там появилось, ребятки. Пожалуй, сейчас приду к городу и сохранюсь. И в следующем выпуске мы уже повыполняем еще немного квеста. Возможно, кстати, переместимся сюда, повыполняем. Тут надо же все-таки качаться. И по специализации хотелось бы выяснить, что за последняя специализация. И вот золото у нас уже снова по 1000 становится. Деньги в этом мире... Растрачиваются быстро, как и в нашем. Вроде бы ничего такого нет, трат нет, но жалование, еще пожалование. Так, сейчас зайдем посмотрим для начала, что у тебя появилось. Или просто поторгуем, как вариант. Так, уничтожение отряда, разгромить логово бандитов, но это я не готов. Так, ну торговлю мы возьмем. И потом тоже туда, опять сообщение. Давай-ка на максимум. Не получилось, но не страшно. Так, возьмем. Шерстяная ткань. Да мы все возьмем, продадим. Так, информатору это понятно. Уничтожение отряда. Давайте-ка мы его отменим. Или оставим чисто, чтобы... Ну, давайте оставим, так или иначе. Все равно нам придется учиться. Договориться. Ага, исключает. Ладно, все равно примем, конечно. Рядышком, тем более. Но раз он рядышком, тогда и сообщение информатору давайте. Тут получилось договориться. И тут, может, получится отлично. Но последнее не будем тратить. Да. Сначала поторгуемся, чтобы чуть-чуть выйти в плюс. А потом разберемся со следующими заданиями. Так. Конечно, мы возьмем тебе керамику, да, там на десяточку было побольше, кажись, конечно, мы все возьмем. Выйти. Зайдем в таверну,
Можем даже отдохнуть. Сколько опять же будет стоить? Ну давай отдохнем, восстановим очки. У нас все равно будут еще сражения. Очки нам нужны. Давай-ка мы тебя также украдем сразу же. А, нет, 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 нет. Уйти. Слишком много подозрения. Выйти. Выходим. Перемещаемся. Ну что ж, с вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Всем новогоднего настроения, хорошего отдыха. Смотрите, развлекайтесь. Всем пока!